Для России будут последствия, если она применит так называемую грязную бомбу или любое другое ядерное оружие, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Вашингтон и другие западные страны обвинили российскую сторону в заговоре с целью эскалации боевых действий в Украине. Москва считает, что Киев применит грязную бомбу, так называют взрывное устройство, в котором взрывчатые вещества, такие как динамит, сочетаются с радиоактивными материалами в твердом, жидком или газообразном состоянии. Они предназначены для того, чтобы распылять радиоактивный материал на небольшой локализованной территории вокруг места взрыва. В Госдепартаменте, однако, не уточнили, с какими последствиями столкнется Россия, и не сообщили, будут ли они отличаться в зависимости от типа оружия. Мы очень четко заявили миру, публично, всему миру, в частном порядке России, о серьезных последствиях, которые могут возникнуть в результате применения ядерного оружия. Это, безусловно, стало бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он применил так называемую грязную бомбу. Это будет иметь последствия для России вне зависимости от того, использует ли она грязную бомбу или ядерную бомбу. Мы очень четко заявляли об этом. Прайс, тем не менее, отметил, что у США не было свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Опасения по поводу возможного применения грязной бомбы вызвали предупреждение российских официальных лиц о том, что Украина готовится применить такой тип взрывного устройства. Он добавил, что Соединенные Штаты не видят причин для корректировки своей ядерной политики.